Корпорацию дополнительного образования готовится создать в Ульяновской области. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Морозов на аппаратном совещании. Сейчас в кружках и секциях области занимаются более 80% детей и подростков. Задача состоит в охвате 100%. Для этого на федеральном уровне принято решение о создании модельных центров дополнительного образования во всех регионах страны. Корпорация как раз и станет таким модельным центром, который обеспечит не только реализацию, но и разработку новых современных дополнительных общеразвивающих программ и будет осуществлять программное, методическое, информационное, кадровое обеспечение отрасли. В новую структуру войдет несколько центров. От занимающихся развитием детско-юношеского туризма и художественного творчества до молодежных академий технопарка «Кванториум». Он открылся в 2016 году в Заволжье и уже успел снискать большую популярность среди юных технарей и исследователей. Впереди создание целой сети таких технопарков, которые смогут обеспечить прием всех желающих. Если сравнить предыдущие годы с текущим, 18-м, то можно сказать, что с каждым годом процент детей, желающих заниматься именно техническим творчеством, увеличивается. Это очень отрадно, и мы это очень хорошо понимаем, так как Ульяновская область – регион стремительно развивающийся. Планируется создать еще 8 технопарков. Они будут открываться в строящихся школах и на базе других учреждений. Один «Кванториум» точно появится в Димитровграде. Работа в этом направлении уже ведется. Так, «Кванториум» уже открыл площадку в самом центре Ульяновска, в креативном пространстве «Точка кипения». Здесь мы реализуем весьма перспективные, стратегические для нашей области образовательные программы таким направлением, как виртуальная и дополненная реальность. Кроме этого направления ведутся занятия по информационной безопасности, в планах запуск курса по робототехнике и авиатехнологиям. Вести эти направления будут преподаватели из вузов области, а начнутся они уже в феврале. Егор Титов, Даниил Сурков, новости дня, Ульяновская правда.